Добрый день. Время 2 часа. Необходимый кворум для работы Совета депутатов имеется. Есть предложение приступить к нашей работе. С утверждения прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Мытищи начали свое очередное заседание народные избранники. Была принята программа мероприятий 2017 года, в результате которой муниципальная казна дополнительно пополнилась на 52 миллиона рублей. Было приватизировано нежилое помещение по адресу Олимпийский проспект, 15, корпус 1. Также приватизации подлежал комплекс, состоящий из нежилого здания, сооружения и земельного участка, расположенный по адресу Олимпийский проспект, северная промзона, проезд 45-32. За период 2017 года произошла процедура преобразования муниципальных унитарных требований предприятий в акционерное общество. Это Перловская баня, а также арена Мытищи. В план текущего периода депутаты внесли корректировки. В частности, народные избранники поддержали преобразование в акционерное общество городского жилищного эксплуатационного управления номер 4. Третьим пунктом был утвержден перечень имущества для передачи из государственной собственности Московской области в муниципальную. Среди объектов два нежилых здания и земельный участок, расположенные на улице Лесной. Следующим пунктом депутаты присвоили наименование элементам улично-дорожной сети в деревнях Аксаково, Протасово и Бяконтово. Кто за? Против? Воздержавшиеся? Принято. Среди основных вопросов – выделение денежных средств на выполнение наказов избирателей. Свои предложения на голосование вынесли депутаты Валерий Янин, Юрий Киселев, Леонид Кимарский, Андрей Гореликов, Любовь Кикоть и другие. Сегодня депутаты рассмотрели обращение наших жителей, наших учреждений по выделению денежных средств на исполнение наказов избирателей. Мне очень приятно отметить, что основным вопросом – это, конечно, оказание адресной материальной помощи тем людям, которые оказались в непростой жизненной ситуации, как всегда. Основным важным элементом остается поддержание наших школ, детских садов, чтобы наши дети в них чувствовали себя комфортно. Вот основная масса денежных средств была направлена на эти цели. Кроме того, народные избранники утвердили список граждан, которые в ближайшее время будут награждены почетными грамотами и благодарственными письмами Мытищинского совета депутатов. Следующее очередное заседание состоится 19 апреля. Анна Раченкова, Константин Химичев. Информационная программа «День».